Игра меняется. Моя работа — обеспечение стабильности Юбей. Вернись в программу хоть на год. Лишь ты можешь нас спасти. Не думаю, что когда-либо такое говорил. Я не собираюсь сдуться. Алекс Ливи! Я не тянула, поэтому скоро придет моя старшая сестра исправлять мои косяки. Лучше спланировать просто невозможно. Годы успешной работы, а после внезапный уход... Я была сломлена, Дак. Да. Рейтинги падают. Сети надо быть повежливее. 5. Пытаюсь опередить весь этот коронавирус. 4. Пора сделать сюжет. Брэдли займется. 3. Не забудь, это твое шоу. И мы снова здесь. 2. Тащу за собой шлейф прошлого, и не всем это приятно. 1. 9 месяцев назад вы открыли дверь, и теперь ее уже не закрыть. Очередная сенсация от журналистки Мэгги Бреннер, готовой разоблачить закулисные интриги в программе «Утреннее шоу» на Юбей. Здесь существует модель поведения, которая ставит в невыгодное положение цветных людей. Нам надо договориться и решить, какую правду мы скажем. Ты слышала, что сказала? Мэгги, я хочу видеть книгу. Ты меня не любишь и никогда не любила. Это неправда. Что именно? Только вперед. Ты просто жгла перед камерой. Тебя использовали по назначению. Я ей не доверяю. По-моему, она милая. Ох, как она напрягает. Я твой босс, и я позабочусь о тебе. О, ты мой босс! А я думала, мы друзья. Я на твоей стороне. Все считают, что у тебя нет решающего фактора. Они видят в качестве модератора другого ведущего. Ты знаешь, в чем проблема расизма? Этого не исправить, притворяясь, что ты не расист. Я хочу перемен, потому что присяжные не определились, успешны вы или нет. Нам опять очень повезло. Напомню всем вам, я освещала это дело. И могу выставить их чудовищами. Так что сидите здесь и правьте своей гнилой вотчиной. Весь прочий мир переместился в облако, и там чертовски великолепно. Сейчас идет битва за душу всей вселенной. So happy to...